Перед Инойкой медведем долина черная лежит, а небо над ней светлеет, светлеет, светлеет. Это Тимин подарок. Тима вчера до ночи сам собирал. Собрал. И гонится. Нет, не ой, как досадно медведю стало. Дай на секунду. Дай тебе покажу. Смотри. Вот так. Протянул тихонько лапу. Оп, зашел. И убежал с головой. Мы сейчас готовимся к приходу гостей. Делаем компот, варим. И салат. С курицей, грибами, яйцами. Ой. Будем в тарталетке это складывать. Ой, какая хорошая курица. Процесс идет, контора пишет. Мы купили здесь авокадо, он такой твердый, поэтому положили к батарее, чтобы он маленько пришел в себя. Не как в Китае. В Китае сразу покупаешь, и можно кушать мягонький, вкусненький. А тут прям как камень. Как раз он мечтал об этом. Он меня умолял купить. А я побольше купила, потому что я знала, что ты умный. 8+. 8+. Конечно, я подумала, зачем 8+. Всей семьей будете играть. Тут же класс. Идеи какие-то там. Тут все то, что ты любишь. Он мечтал об этой игре. Всей семьей будете играть. Смотри, а это книжка. Это вы в своем Китае. Будете сидеть, так откройте. Русский фольклор. Ребят, шикарная книжка. Какие тут есть сети? Ой, сейчас загадку вам загадаю. Подождите, подождите, пока это. Вот давайте. Давай. Черная Ивашка, деревянная рубашка. Где носом ведет, там заметку кладет. А я знаю. Карандаш. Пять баллов. Дела? Все рады. Очень будешь 4 хвостика делать. А это ленточки. Поняла? Поняла. Соня, для красоты. Это для женщины самое важное. Поняла? Поняла. Что надо сказать? Спасибо. Спасибо. Мы приехали к тебе в гости, к такому классному парню. Мы желаем тебе расти большим, чтобы ты был здоровый, чтобы мамочка с папочкой тебя любили, а ты их радовал. В общем, от всей души мы тебя поздравляем. Держи подарок. Софочка. Ой. Но ты же тоже не можешь остаться без подарка. Тебе тоже. Поздравляю. Хочу вам сказать. Спасибо. От бабушки твоей. Вау. Что за Лего, Тима? Ниндзя. Ты еще круче вообще. А ты справишься с 9? Ну, если что, Никас будет помогать. Папа поможет. Тут, наверное, папа должен помогать. Папа, смотри, такой. Папа скрылся. Софочка, разрывай все. Софа, что там у тебя? Куколка? Класс. Привет. Лог будет. Ой, я во влоге, спасибо. Красиво. Он с шафраном, да, наверное? Ну все, дальше. Давай, Тима, открывай. Смотри, что... А спасибо ты сказал? Да. Тима, рви. Тима, открывай. Сонечка. Тебе помочь, Тима? Ну, смотри. Берем. Не снимаю ребенка правильно. Ну, не получается. Ножницы нужны. А, вот, помогли, все. Ух ты! Дядь, ты припаркованный теперь у нас. Ничего себе, Тима! Что это? Игра. Нигас, смотри. Пазлы! Пазлы! Класс! Нигас! Мозаика! А сколько там? Сколько деталей?
500. 360. 360. Супер. Прохор наелся. Иди в баню. Исторический момент. Курочку не кушает. Не хочу. Наелся. Ты попадаешь во влог. Не надо. Интернет, пространство Ютуба. Все просмотры у Света побьют рекорды. Когда Прохор там появится. Можно назвать как-нибудь комично. Святой Прохор. С днем рождения тебя! С днем рождения, дядя Дима! С днем рождения тебя! Ура! Ура! Прохор, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Литовский. Вкусно тебе? Азербайджанский. Ребята, кто знает снимает. Азербайджанский? Только я один видел. Давай. Один. Пой. Четыре. Адгюнун мубарак. Адгюнун мубарак. Адгюнун мубарак. Азиз Тима. Адгюнун мубарак. Ура! Дуй! Это торт. А это бабушка, да? Это бабушка. Да. Бабушка наколбасила торт. Бабушки, бабушки. Бабушки, ну, старушки. Я, наверное, бабушки, съем. Бабушки, бабушки. Да, бабушки. А вы тут все бабушки сидим, ты слышишь? Верно. Че ты боишься-то? Нет. Он с кем сходит? И Андрей. А я тогда чахаю. А может, я? Мы уже 6 положили, это самая плохая. И вот это. Их ниже кладешь. Клади, клади, 9. Давай, давай, 9. Может, мне фартануло. 4, мне тоже фартануло. 4. Соня, клади. А я 5. Подожди, не ты кладешь. Тима, угони себе. А я 7. А 7, да. Все, боюсь. А я 5 не пляшет уже. Понял, да? Отдыхай. Больше, чем 7 кладешь. Ты ему светло этой штукой, понимаешь? Не надо ее кидать на него. Слушай, она еще как-то рулит. Ого! София уехала далеко. Все, мам, нормально, угомони. Ай, да. Прям в сугроб попала.